Привет всем, доброе утро, меня зовут Олег Егорский, и сейчас я нахожусь в компьютерном клубе в Киеве, где сегодня у нас пройдет открытый плейтест игры Зов Припяти, первый открытый плейтест. Мы хотим сделать игру лучше, исправить то, что может потенциально не понравиться нашим игрокам. Я знаю, что это разочарует многих игроков, которые собирались и планировали, я знаю, были и целые темы на форумах, посвященные тому, как мы будем выносить билд. И сегодня мы ожидаем много людей здесь с флешками. Обысков и допросов устраивать не будем, но флешка не пройдет. Пока мы все настраиваем, готовимся, и уже скоро придут игроки. Так что ждем. Здравствуйте, рад вас приветствовать на плейтесте Stalker Zov Pripyat. Для нас это очень волнительное событие. Первый в истории Stalker мы практикуем такое явление, как плейтест. Решили провести такое событие, чтобы получить необходимую информацию от наших поклонников, чтобы увидеть, что из того, что мы разрабатывали в течение последнего года, им понравилось, что не понравилось. Что понравилось, что после предыдущего сталкера нет такой скорости, нету абсолютно бешеных перестрелок постоянно. Что еще? Новые локации интересные. Мне понравились разбитые баржи. Ну, в целом, атмосфера игры более приближена к оригинальному духу сталкера, то есть к свободному исследованию, к осторожному продвижению. Будущим игрокам, прежде всего могу посоветовать прячьтесь. Это самое главное, потому что укрытие здесь будет играть достаточно серьезную роль. Сзади обходят просто так. Вот, вообще, ждите, ребята, сталкер будет классный. Интересная добыча артефактов из жарки мне понравилась. Очень интересная и полезная штука – это дополнительные слоты под обмундирование, под аптечки, под бинты и плюс два слота под автоматическое оружие. Это супер. Ну, очень мало времени, к сожалению, было все это оценить, но я надеюсь, что игра понравится. Спасибо. Все понравилось. Игра, скажем так, другая. Все спрашивали, те, кто не смогли поехать, лучше чистого неба, хуже теней. Вот другая игра, ну, по атмосфере, может быть, немножко ближе к теням, но она такая, вот, как главный герой в зону попадает, внедряется, вот, и также, такое же впечатление. Начинаешь играть, что-то такое знакомое, потом спохватываешься, так это же новое. Начинаешь искать отличия. В общем, так, зона
проникает в душу героя, а игра в нашу душу. Так что все шикарно. Дайте две. Будем ждать. И обязательно купим лицензию, как все остальные версии, как, вернее, как предыдущие части. Обязательно купим. Поэтому спасибо. И будем ждать возможности продолжить, потому что я бросил на самом интересном месте. Достаточно можно сказать, что по результатам этого плейтеста что-то будет изменено. И это позволит сделать игру еще более лучшей. Игра в целом нравится, все хорошо, и мы на правильном пути. То есть, можно со всей уверенностью сказать, что мероприятие, открытый плейтест ЗОО Припяти удалось. Ура! Держи, не могу я.